Давайте сегодня подумаем, как сделать картинки для игры «Найди отличие» с помощью нейросети. Вот я зашла в Recraft с помощью своего Google аккаунта. Ну, в общем, каждый может то же самое сделать. Создадим новый проект. Вот, пусть это будет растровая картинка. В принципе, можно любого размера сделать. Ну, давайте один к одному сделаем, чтобы у нас две картинки на слайд можно было добавить. Значит, я буду писать по-русски и переводить с помощью переводчика. Ну, как другие варианты какие? Можно посмотреть видео у меня, где я там про переводчик рассказываю, как установить. Можно, естественно, тот, кто владеет английским, и так может написать. И можно просто переводчиком перевести, сюда вставить. Вот я напишу маленький медвежонок в синей пижаме сидит за столом на стуле и ест кашу ложкой. Фон кухня, стиль мультфильм. Вроде бы ничего не забыла. Можно добавить палитру, но можно и не добавлять. Вот. Значит, русский мы не понимаем, да, поэтому вот так выделю и переведу. Ну, вот такая у меня картинка получилась. Одна такая и одна такая. Тут сломанная ложка какая-то у Мишки бедного. Пусть вот эта картинка будет. Ну вот, теперь мы возьмем эту за оригинал, нажмем Alt и вот так сдвинем. У нас остается вот эта картинка. А вторую попробуем поменять. То есть возьмем, например, инструмент ластик и сотрем цветок на окне. Ну, можно тут что угодно, ну, картину, например, можно на столе что-нибудь стереть, а потом дорисовать. Ну, попробуем что. Давайте сначала просто сотрем. Для этого вот так обведем картинку и Delete нажмем. Ну, вот если не очень хорошо получилось, можно эту операцию повторить, то есть здесь вот у нас тень какая-то образовалась. Надеюсь, он не вырежет дырку на обоях. Нет, все в порядке. Так, теперь следующее. Допустим, мы хотим вот эту тарелку заменить на другую, да? То есть нам нужно взять вот этот теперь инструмент, выделить тарелку и перерисовать ее. Возьмем, сотрем все, что у нас тут написано, напишем ваза с печеньем. Конечно же, лучше все это делать со знанием английского, потому что иногда переводчик переводит, ну, не так, как должно быть. Ну вот, что получилось. Ну, то есть, как бы, картинка осталась та же, а вазочка поменялась. Ну, и так можно продолжать. То есть, с помощью инструментов вот этого перерисовать и вот этого удалить, можно изменять вот эту картинку и, ну вот, использовать ее для того, чтобы создавать игру, делать игру «Найди отличие».